Ух ты! Катается. Они, кстати, кусаются. Берутся. Она прям кусается. Называется, да? Да. Смотрите, сейчас она эту, которую я нацепил. Или вот здесь. Она сейчас такие будет трюки делать, мне кажется. Ой, смотрите. О, ой, так же и маленькая была. Привет. Видите, мартышка самая малая. Самая маленькая, да, Миша? Да. Вот она, вот она. Вот. Прям к нам идет. Сегодня к нам все идут. Иди сюда. Иди к нам. Иди. Ты что передумала? Иди сюда. Кстати, дом малыш. Да что-то совсем был высоко. Мне нравится тут малыш. Там на кепку не уронить. В дом пошла к себе. Коттедж у них, он на горе. Большая, а с ней вот эти... Смотри, на крыше одна. Ага. А, еще одна. Да. Смотрите на нее. Она как слазит. Слазит. О, у них еще одна. И вон тоже балуются. Эти балуются, те балуются. То они балуются. Как у нас кормежка. Ну да. На маленькую все нападают. Она такая, она, наверное, исследует клетку, где сбежать. Откуда можно сбежать? Вообще. О, она туда прям эти Смотрите. Ветки схватила. Видно? Видно, да, видно. Такая ловит ветку. Как выбраться, как выбраться? Где? Главное, чтобы она не упала. О, правда, там ноги. Эй. А, это понял. Но она, похоже, не первый раз уже это проделывает. Смотри. Уже так сознающим. Чуть не пошла. Ну. А та что-то сидит и не решается. А я посижу. Она боится. Видите, эти маленькие, две большие. Ой, вот это они тут выкрутасы делают. Смотрите. О, смотри, на одной руке. Да. Ой, смотрите, вот так он лазил, этот малыш. Опа. Опа. Прям как в цирке. Ну, такой сидит. Вон еще одна это. Лезет к нам. Угу. С той стороны. Давай, давай, лезь. Только вот сюда поближе, что вы сюда не идете? Вот так вот она к сюда вообще приползла. Вот, надеюсь, она сюда. В дом хочет. Она боится всех, поэтому она и в дом пошли. Да, да, да. Но у них обед, наверное. Они уже, да, уже в пятером там сидят. Они уже они обед. А эти, наверное, не слушаются, их зовут, а они идут. Вау, поэтому. Давай, давай, показывай, что ты умеешь. Язык высовывает. Иди туда, и туда, 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 и прыгай. Опа, 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 ну-ка, а ты? Еще, наверное, они вон так. Опа. Нерешительно поднимаются по веревке. О, это маленький. Ну, я и говорю, они маленький. Не обижаются. Этот на такого. Чуть постарше, похоже. Он показывает, как будто. Да, смотри, как я делаю. Давай, повторяй за мной. Сейчас я потихоньку вот так, по-моему. Ой, сейчас не туда пошел. А я вот так попробую еще лучше. Я сокращу путь. Смотри, как я умею. Ты что делаешь? Ты куда полез? Не так надо было. Я же тебе показывала, как надо. Я тебя сейчас поймаю, чтобы ты не упал. Нет, я тут пойду лучше. Опа. Ладно, ладно, я больше так не буду. Он чуть не упал. Это нормально, ты не можешь. Пронесло. Убиваешь меня. Смотрите. Во-во-во-во. Вау. Вот я так вообще и говорил. Он так... Цветка, пусть играй. Думаю, это вообще-то сюда я попал или не сюда. Ой.
Еще одна. Еще один. Чем интересно? Тут вопрос, кто на кого смотрит, да? Ой-ой. Мы на них или они на нас? Так, приготовились. О, еще один лезет. Да. Посмотрите, с горки они могут там. А почему-то их рассадили в разные клетки. На, дружище. Маленький, на, иди. Да подожди, дай маленький, дай. Да, малыш, малыш. Перехватил. Они боятся, ты с ними. Все, сейчас они уже поняли, что здесь кормят. Сейчас сюда все придут. Гиганта. Ну только не сразу, давай, чтобы тебе это самое. Ты подержи. Я скажу, что обманул. Вкусно, молодец. Маленькому не даст. Не даст. Да, 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 покажи. А ты того быстрее. Малышу скорее. Подожди. Подожди, сейчас я малышу попробую. Сейчас. Скорее, малыш. Он боится. Он боится, он того. Да. Он такой понял, наверное, что сейчас. Нет, он боится того, потому что его обижают. Да, именно. Они его обижают и кусают. Они так оглядываются, когда это самое. Потому что он приготовился прыгать на него. Да. Это не, у меня есть. Я... А тут вообще далеко уходит. Не, он спускается вообще. Нет, понял. Опа. Такой. И оглядывается такой. Молодец, красавчик. И сразу нас рулим. Попробуй, Лен. Это другой или тот же получается? Это другой. Другой уже? Малыш. Там прям, не знаю. Эй, внизу там другой. Эй! Просто держи, снимай. Фу, у тебя отнял ты. Так, посмотри, отнял ты на себя. Дружище. Это какой, какому? Вот этому не давали? Правому и нет, или левому. Не знаю, мы сейчас... В драку! Стой. На, скорее. Держи. Он вот этого папа забоялся. Ах ты. Большие гоняют. Опа. Запомни. Тоже не брать. А этот пробежал опять. Он только съел. Но. Скажешь, может, что-нибудь еще перепадет? Да, это почему-то его не боится. Это, наверное, свой. Да. Наверное, два. Он еще один сверху спускается. Ты же, вкусно. Не надо, да? Маш, скорее. Ну да, я же не знаю. Принесу опять за яблоки. Ну что, последний остался. Кому отдать? Не знаю, вот этот самый. Вот этот? Такой лапа уже, типа, ну все, я уже готов.
Опа! Чуть не упал и бежать от них. Вот обычно слева. Где? А, бежит. Они все спят, у них все мчат. А белый вон там. Угу. Они у нас с утра только игривые и вечером, скорее всего. Белый кенгуру. Зебры? Да, вот. О, точно. Они обедают. Обед и зебры. Лапка и белоснежка. Лапка. Вот зебры вышли, поели. Наели, съели они долго, кстати. Ну да, что-то, видать, голодные были совсем. И прятаться быстрее. Да, и в тенек такие. Или от нас. А что это такое? Ой, где Ангелинка? Так, ну-ка. Ангелин, тут зебры вышли. Опа, вот она какая красавица. Или красавец. Кто ты? Ну, я кто думаю, ты? Что мы кормили. Да. Красавица или красавица? Тут, по-моему, две зебры. Ой. Да нет, слюни летят. Иди потрогаю тебя. Снова идет. Ну. Ух ты какая. Ты прям как лошадка, да? Ну да, похоже, просто разукрашенная. Какая ты красивая. Красавица, да. Качается порода овец. Ох ты. Там целое семейство. Где целое семейство? Овцов. Овец. Овечка ловит. Вот ягнята, Зита и Гита. Тут овечка и ее два ягненка. А где ягнянка? Ягнята? А вот в домике сидят, а похоже, там вот эта большая овечка, которая лежит, и один ягненок. Зита. Хоть бы бейджики вешали на себя, да? Зита, Гита. Так, а это что у нас? Олень! Иди, иди сюда. Иди сюда. Иди сюда. Не можем нарвать? Мы нельзя кормить. Иди сюда, маленький. Иди сюда, хороший. У него длинные. Да. Девочка, наверное. А как звать? Иди сюда. Вот объясни. А что-то ничего не написано. Просто, олени. Просто олени все. Бэмби. Да. Хорошка. Папа, тут можно его погладить. Ой, больно. Можно? А ну-ка. Голову подними, я тебя поглажу. Он очень мне хотел. Иди сюда. Иди сюда, поглажу тебя. Ну, иди, поглажу. Он боится меня. О. Ну. Иди сюда, иди. Он боится меня почему-то. О, подошел ближе. Главное, Ангелина с Илюшей не боится. А я подхожу, дядька. Да, я подхожу, и они меня боятся. Вот это вот драка. Давай ты. Я не знаю. Они могут его укусить, а тебя загоняться.
Это догонялки, что ли? Алиса, не подходи. Иди, я вернула. Алис. Пойду поиграю. Ты ж кошка, тоже. Подойду по голове ему дам колесом. Не, может это спасательный круг уже. Он его спасает. Он его спасает. Или он обменивается. Давай ты, я тебе колесо, а ты меня пустишь поплавать. Нет, давай я тебе колесо, а ты не бассейн делай. Не согласился, пошел такой. Нет, а ты всю мне территорию. Да это какой-то гиб. Вот и закончилась и наша прогулка. Мы увидели столько разных животных. Вон, даже один еще ходит. Вот нам понравилось. Если вам тоже понравилось, пишите в комментариях. И ставьте лайк. И подписывайтесь на канал Непоседы. Пока-пока.